Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам провязать ажурно-фанговый узор, который подходит для детских вещей, для шапок, для шарфиков, потому что фанги и ажуры одинаково симпатично смотрятся и с лицевой стороны, и с изнаночной. Узор очень прост и выполняется одинаково на всех вязальных машинах. Раппорт, разбор игл, 5 игл работают, одна в заднем положении, в переднем, в заднем. 5 игл в работе, одна в заднем положении, в переднем, в заднем. 5 игл в работе и так далее. 5 игл может быть больше, может быть меньше. Самое главное, оставляйте одну иглу в рабочем положении и вокруг нее иглу в заднем. В заднем положении игла ставьте на протяжении всего вязания. По очереди выставляем переднее положение иглы, которые у нас стояли сами по себе, по одной. Меняем пряжу на отделочную, провязываем два ряда. У кого машина с нитеводом, не забудьте включить рычаги частичного вязания. Два накида легко провяжет любая вязальная машина. Убираем иглы в среднее рабочее положение и ставим в переднее положение иглы по краям ажуров. У нас иглы в заднем положении, крайние иглы ставим в переднее положение. К сожалению, для современных машин, особенно электронных перфокарточных, не предусматриваются разборные, отборные линейки на все случаи жизни. Поэтому, если вы хотите провязать такой узор, выдвигаем его вручную. Два ряда. Ставим в среднее рабочее положение, выдвигаем иглы одиночные. И так далее. То есть узор постоянно повторяет один и тот же раппорт. Иглы в среднем, средние иголки в переднее положение, иглы по краям прямого участка в переднем положении. По два ряда провязываем, меняете цвет каждый раз, когда меняете разбор игл. После того, как вы закончили провязывание узора, достаточно все иглы поставить в рабочее положение. Отключаем рычаги частичного вязания и заканчиваем полотно. Получили ажурно-фанговый узор, который одинаково красиво смотрится с лицевой стороны и с изнаночной. Если это видео вам понравилось, узор был вам полезен, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. Жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.